Благотворительный марафон «Ты нам нужен» пройдет в этом году с 1 по 21 марта. Средства, собранные силами ивановцев, будут направлены на лечение детей. Список благополучателей уже определен. Марафон пройдет в областном центре 8-й раз. Чтобы привлечь горожан к мероприятию, организаторам каждый год приходится придумывать что-то новенькое и интересное. На этом оргкомитете принято решение пригласить в Иваново 11 марта известный на всю страну театр простодушных. Основной состав труппы – люди с синдромом Дауна. Актеры покажут ивановскому зрителю повесть о капитане Копейкине. Вырученные от показа деньги пойдут на лечение маленьких ивановцев. И то, что мы пригласили театр простодушных, который в Иваново выступит 11 марта, 18 часов в драмтеатре, мы пригласили эту группу, которая действительно очень интересна. Ивановцам будет, безусловно, интересно посмотреть работу этих актеров, потому что все актеры, они, значит, талантливы каждый по-своему.